Нефтегазовая компания Shell в Германии начала использовать коровий навоз для производства топлива для грузовиков. Это решение позволит уменьшить выброс CO2 от сжигания топлива. Как сообщает издание Bloomberg, такое экологическое топливо будут производить на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Европы. Shell стремится начать масштабное производство сжиженного природного газа с биокомпонентами для заправки грузовых автомобилей в течение примерно 2 лет. В компании рассказали, что грузовики, использующие такое топливо, могут проехать 1500 километров без дозаправки. Биометан можно производить из пищевых отходов или других органических веществ. Shell заявила, что будет использовать навоз, который все равно бы выделял метан, если бы его оставили гнить на ферме.